Хей, йога, с вами Шмики, и мы продолжаем проводить игруху по названию The Borderlands The Pre-Sequel. Ну, просто Borderlands The Pre-Sequel. Так, мы отправляемся с вами куда? Правильно, в вершину, чтобы спасти какую-то там принцессу, либо просто спасти кого-то там. Потому что враги у нас намного сильнее нас, поэтому как-то так. Мы уже почти апнули 32-й, а на 32-м у нас будет новая снайперка, которую я проверю на... урон. Так, нужно сейчас закупиться и продать ненужный. Ой, тут у нас еще плюс этот есть, еще одна миссия. Так, хорошо, купить. Отлично. Сколько ты стоишь? Херня. Продаем все то, что не нужно. Это я оставлю. Хотя, зачем оно мне нужно? А, подождите, это фиолетовая тю. И это фиолетовая. Фиолетовая мне не нужна. Мне нужна только пурпурная. Снайперка. Так, электрическая у меня есть, да, есть. Продать. Скорострельная съемка, считай, херня. Урон от снайперки. У меня сколько? Урон, скорострельный. Ну там. 25 урона, это всего урон идет. Спорно. Там урон от всего у нас. Поэтому не, я продам. Взрывоустойчивость, продать, хорошо. Ага, инвентарь. Юзаем. Новый облик. Отправляемся. Так, сразу смотрю. Ага, мне нужно на остров идти. На место это... Хорошо. Как миссия называется? Так. Бойцовский клуб. Бойцовский. И ноль патронов потраченных. Так, патроны, хорошо. Зачем это? Так, да, бойцовский. Ха, вы это наше задание. Вы это наше задание, не наше. Добро пожаловать в бойцовский клуб. Первое правило в клубе — всем рассказывать про бойцовский клуб. Серьезно, никого про него не знает. Дело в том, что я достаточно для микрофона. Может пойти и сказать в микрофон? Ну, я не против. Кто это туда поставил? Ага, наверху. Блин, знаете, это типа отсылка к фильму «Бойцовский клуб». Типа, первое правило, никто не должен знать о бойцовском клубе. А здесь, видите, наоборот. А у нас здесь наоборот. Все должны знать о бойцовском клубе. Так, супер, а теперь расскажи всем про бойцовский. Давай, скажи. Отдал конформизм, скажи им. Возможно... Внимание, так, розы сбора. Бойцовский клуб существует. Записывайтесь, если есть желание. А теперь мы покажем, как все придут. Тейлеру. А, Тейлер. В фильме, кажется, тоже, да, главный герой был Тейлер, или нет? Тупица, ты перепутал. Это второе правило, а первое — не драться. А, благодаря вам этот клуб становится популярным. Тейлер, сдать. Вот кем я хочу быть. Хорошо.
Так, задание, вершина, поехали. А, так вершина на той стороне у нас. У-у-у. Я думал там. Ну ладно, так тогда лучше. Да-да-да. Думаю. Главное, чтобы сейчас роботы не нападали. Ну фиг там плавал. Вау-вау-вау-вау. Может, у него О! А где там хикбокс у него? Ой, ну нафиг, короче, вот это все. Полетели. Берегись, смертного охотница, помощника геймлица Рекса Городсичка. Близко он собирается помешать мне. Я сказал, о нет, громила Рекса Грузчика. Ты опоздал, супер дамбиде умрет жестокой смерти. О, ха-ха-ха. Ну, мы это мы еще посмотрим. Серьезно, использовать номер беспощадной женщины, привязанной к рельсам. Помощники Рекса. Ай-яй-яй. Второе дыхание. Так, новый уровень. Не бойтесь, мисс в беде. Мы верные помощники, я вас спасем, та-дам! Мне это спасение нафиг не нужно. Капец, она огромная. Эй, ну я же злой. Я почему выгляжу так? Нет, я должен спасти тебя. Ты не можешь... Не она! У тебя был шанс, но ты решил меня убить. И никогда давай представим, это не изменит. Нет. Настоящий злодей здесь это ты. Ладно, как хочешь, я злодей, наверное, это значит, что я должен настраивать на тебя свои подручных? Летите, мои красавцы. А теперь я буду отсюда со всех ног оставлять тебя умирать. Так нормально, так по-злодейски. Эти вообще летающие офигели. Давай, 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 мы это сделаем. Ну, частично я понял, куда стрелять. Та-дам! Я вернулся! Значит, все-таки герой пришел спасти своего бывшего помощника от твоей лжи, Фелисти.
Убить, супер. Так, сейчас все это заберем. Так, я апнулся, в принципе. Серьезно? Та-дам! Прости меня. Не потакай этому герою. За труды тебя награжу я. Давай. Так, кто-то однажды сказал, что проще, потому что прощать прощение, чем заранее разрешение. Чем заранее разрешение. Так. Тованная Филистия. Спасибо тебе за не кажется, что виновная в глубине Филистия нужно привлечь к ответу. Наверное, хотим. Так, давайте смотреть. Урон холодом. Ни хрена себе. Фигня. Хотя да, хера стоит. Щит ледяной. Давайте я эту мод куплю, вот эту возьму. Он довольно дорого, если продавать, стоит. Так, сразу прокачка. Прокач. О, жетончики. Урон гранат в ближнем бою. Ой, нихера тут в основном урон. От стрельбы, конечно. Урон в ближнем бою. Урон от гранат. Урон от стихии. Скорость заряда щита шанс стихийного урона. Урон стихии. Так, способности. Тут-ту-ту, навык холодное во время действия, навык ослабляля. Ну, во время действия навык холодное. Блин, я не знаю, стоит мне его прокачивать или нет. Все равно буду ж прокачивать, так? Наносит урон холодного во время действия навыка. Вы получаете урон короткого лета. Каждый уровень короткого лета снижает время восстановления активного навыка. А, прокачаем дальше, прокачаем вот это до конца уже. Так, теперь по оружию я ж могу теперь некоторое одевать. Так, лазерную пушку. Да, мы поменяем. Так, убираем значок. Базуку. До хрена урона можно, в принципе, поставить. Так. Блин. Как мне тебя выбросить? Я его выбросить не могу. Нужно было это задание тогда не выполнять, чтобы его не брать с собой. Так, снайперка. Но она более... Она лучше, чем моя. Да? Против щитов. Такой, смотрите. В принципе... Да, по урону хороший. Возьму. Или вот это попробовать. Давайте я возьму вот эту, попробую против сейчас роботов. О, пипец, его шатает. Ну, колбасит этого не по-детски. Так, нужно, значит, еще на шатание, да? Точность повышается по ходу стрельбы, и это значит все. Где... Наша это. Вот здесь, видите, то есть разброс не очень такой сильный. Это что, пушка? Сейчас тебя выключаю. Модификатор. Все, фигня, ладно, погнали. Я умирать не хочу, нужно валить. Так, ну в принципе все, да, у нас остается только сейчас сюжетная миссия. Степенная леди у нас. Так, окей. В Нексус, погнали. Пу-пу-пу-пу-пу, новый железяк, это теперь тебе, ребята, дает серьезное преимущество вам и вашим друзьям. Конечно, если они не полные идиоты, оставшиеся вас в одиночестве. Между некоторыми. Так, сразу продаем. Ненужный хлам. Так, продать.
Пац, 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 пац. Не вижу смысла. Бац. Бац, бац. Бац, 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 бац. Ну ладно, ослаблю. Отправляемся. Пока есть время. Ой, стой, там миссия у нас появилась. Ты не понимаешь, что творишь? Подсознание. Так, мы в Нексусе, да? Почему не показано, что тут у меня есть миссия? Странно. Ты снизу, да? Да, она снизу. Так, вижу. Сознание железяки. А, так, бывало, что у вас в головной выстрелила какая-нибудь песенка. По-настоящему завеселым. Твое первое имя, так, Ариэнды. Мне нравится бока твоего поезда. Я не... Что-то там такое, боль, бедра, помогите! Я так больше не могу, какая-то... Ухеренно полезная моя библиотека с музыкой, и теперь крутится эта мелодия без предыдышки. А, не видать принцессора Корои никогда. А, пожалуйста, убей ее. Убей ее, пока она не стала моей любимой песней. Так, пройти к зараженному месту. Ладно, полетели к зараженному месту. Походу, еще не слебаете по сюжетке. Потому что, мне кажется, если я внутрь зайду, там уже все будет GG. GG будет. Куда? Вершина? Ну, поехали. Так, Тартик, как ловцы любят закопать, что-то внезапно выскакивает из-под земли и атакует вас. Вот урода. Надеюсь, далеко не нужно бежать. Очень далеко не нужно бежать. И это у нас на острове, хорошо. Эй, я вот тут скажу, что тебе бы подобрить мою коллекцию музыкантов может напугать. Целая куча треков. Хорошо. Почему ты так много разговариваешь, железяк? Рассчитано, просчитано. Ты мне лучше скажи, как мне попасть туда, куда мне нужно. Так. Ну, в принципе, тут можно, да, пройти. Бэмс. Ой. Пипец, она работает как, да? Жестко. Ха-ха!
Пипец музычка. Музыкальные щупальца. Это песенка, да? Почему эти постоянно появляются? Давайте большого мне. Хо-хо! Получилось, это кажется, штука мертва. Мертва. Ой, погоди, ты слышишь мои слова? Наверное, что-то сломалось в бою. Ведь я с тех пор эту песню пою. Ой, система, кажется, накрылась. Что, я еще не остановил музыку? Окей. Тихо. Так, убить уховертку. Музыкальная херь. Вес там еще одна? Пускай, короче, эта херь сражается с ними. Делаешь подо мной? Ай-яй-яй! Давай вылазь шустрей. Я
ты ешь? Наконец-то. Да. Нет, она снова здесь. Пожалуйста, пожалуйста, убей его. Да ты надоел, у меня патронов не так много. Капец, сколько у меня патронов осталось? Ладно. Хватит. Убиваем его и заканчиваем серию. Назову музыкальная битва, либо типа того как-то. Придумаю. Не, они серьезно жесткие вот эти. Я слышу тебя. Давай, давай, ну вылазь. Почему он сразу атакует после того, как щит исчез? Я понял, все, он такой... Давай, давай, где ты? С кэшем осторожно, её профукать можно. Не быть спокойной очень сложно. Извини! Взять музыкальный файл. О да, тебе удалось найти файл. Мне так нравится твой стайл. А теперь передай к важным делам. Скорее удали все это. Лам. О нет, нет, нет. Быстрее смотри его. Смотри его, скорее всего. Так, найти корзину. Нексус, отправляемся. Нужно еще будет закупить тогда патронов снайперских. Уже 10 часов. Какая-то серия у нас? Третья, да, получается, я снимаю уже за сегодня. Так, пойти к корзине. Это недалеко, ладно. А, скорее там, где помните, мусорка у нас не было.
Удалить файл. Естественно. Удаление в библиотеку. Top Tunes. Прощай, музыка. Что? Стой! Нет, 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 нет. Это же все моя библиотека. Ради любви к музыке остановитесь. Отмена, отмена. Я сейчас... Удалено 99% файлов. А, это весьма поискабельно. Похоже, осталось лишь некий дабстеп. Что бы это ни было. Ух ты, давай, ведь это самая тема. О, новый мод для головы. Ништяк. Так, мод для головы. Пипец у меня модификации. Окей, давайте сделаем вот как. Ладно, гоу, короче, быстро отправимся. Хотя нет, давайте, наверное, здесь закончим. Если охерительный мод для головы, я его поменяю и покажу вам. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И в следующей серии мы отправимся в эту черную дыру. Поэтому всем пока.